Ну вот тебе еще очередная жопа. Вот когда ты пьяный, постоянно путаешь крыло. А, мне надо идти на какое у меня там восточное крыло. Вот я постоянно почему-то попадаю в западное. А, лифтов, наверное, мало. Вот, поскольку. Ну, это один из минусов. Вот, поскольку много этих. Блин, эти крылья очень похожи. Эй, эй! Куда? Ты? Ну, я внизу. Обед? Не, ну, я куда? Я в ресепшене, сейчас я... Хорошо, хорошо. А, вот. Четыре лифта, кажется, на этаже. Ну, и лестница, естественно. Но при таком контингенте просто... Нет, не Сеня. При таком контингенте просто... Они обязаны добавить лифты, потому что, ну, это нереально. Вот, бывает, что ты, наверное, пару минут точно ты катаешься по этому лифту, то есть, кто вниз, кто вверх, кто вот, все нажимают, как Дима. А, вот, я уже дошел. Это мой номер. А это номер моих новых друзей. Русскоязычные ребята. Хуй его знает, они там вообще нет. Вставайте, жопы! А, вставайте, вставайте. Что делать? Спим. Серьезно? Да. Просыпайтесь нахуй, будете дома спать. Сейчас просыпаюсь. Ты один? Я стою. Не только, да? Да. Все, давай это самое просыпайтесь. Да. Мне так. Ты что, бухой еще? Ну, прекрасно. Все, короче, сейчас. Давай, давай. И это, пускай он зайдет в онлайн, чтобы мы связывались хоть как-то так. Ночь была четкая? Почти. Все, давай, отдыхай. Короче, вот такая вот фигня. Что, идем жрать? Потому что достало уже все. Вот. Все пьяные и сонные. Я не знаю, откуда у меня берутся силы. Вот. Еблет тоже красный. Как у какого-то синяка. Ну, тут все такие, в принципе, так что вообще без вариантов. Вот что-то снимается вообще. Короче. Вот. Из-за этих четырех лифтов постоянно пробки. А вообще, как бы, можно быстренько прибежать пешочком, как бы, но если в погоду, опять же, попадаешь в какой-то бутер, постоянно тебе надо будет, короче, постоянно надо определяться, какое крыло. Может, я не страдаю этим, я не страдаю кретинизмом, как его, как там говорят, пол классный, просто обалденный, особенно ночью ты прям ходишь так. Так, вот. Так, так. Здесь, не здесь, не ниже. А, вот опять. Опять промахиваюсь. Никогда не страдал географическим кретинизмом, но тут что-то нереальное. Или он со мной только так, ну. В принципе, ничего здесь. О, нет. Можно пару дней, можно привыкнуть. Ну, я, кстати, за пару дней не привык, нифига. Где на уши, то они, ну, и так на меня смотрят, на долбоеба. Вот. Ну, не привык я еще. Вот эти лифты, злосчастные, которые работают. Блин, ну, если не 24 в сутки, то целый день без перерыва точно. Людей очень много, на самом деле, и это портит большую картину. Кстати, да, вот. Столовка. Не могу даже столовкой это назвать, то есть это просто ресторан. Просто кайф. Потому что здесь есть все. Кухня обалденная, просто обалденная. Сейчас пробегусь, посмотрю, что здесь есть. На, Кристал. Кристал удивляет.
приятно удивляет. Что-то тут жарят. Какие-то бутеры. Кто его знает. Народу куча. Но уже часов 10. Наши русские еще, наверное, спят. Что самое интересное. Вот так получается. Из всей группы я увидел только Аяна, и то это наш турецкий гид. То есть сказать, что он русский, не могу. Не, хотя у него там корни из этого, с Крыма, так что, может быть, в принципе, он капельку, хоть какую-то русский. Ценность с тарелками. Жаль, у меня вчера разрядился мой телефон. Так бы заснял бы, что вчера творилось. Ну, наверное, кажется, был такой день, море продуктов. Вот, там просто нереально было много людей. Нереально много море, блин. И нереально много морепродуктов. Заплетаюсь. Почему? Потому что я уже наебнул. И знаете что? Сон прогнало. Вот она, русская душа. Вы, русские, умеете отдыхать. Реально это так. Ну, тираспольский, из Кишинева что-то это самое. Сидрыхнет. Ребят, не обижайтесь, я вас всех люблю, серьезно. Ну, просыпайтесь, гады. Жопы и сучки. Ну, что-то рубят. А, сыр рубят. А, да, вот здесь, короче... Вчера рыбный день был, вот, о чем это, был рыбный день, здесь были всякие, что это за хрень, не, сладкая, фу, такие ништяки, типа, там, суши, роллы, мидии, хуиди, дальше, что там было? Всякие эти, короче, всякие морепродукты, вот, разные, просто разные, раки были и так далее. Ладно, вот я и прогулялся после столовки, даже камера есть, если впадло кому-то ходить, ну, действительно, ресторан, сам центр, если далеко ходить. Прикольно. Не знаю, для чего они это сделали. Здесь есть телевизор, который показывает, наверное, что вот, да, что у них происходит на кухне, у поваров. Они все готовят, все вылаживают. Ну, оригинально. Но это реально круто. Почему? У нас сейчас все в онлайне. Скоро, наверное, будет просто... Каждый имеет свой канал на Ютубе. И ходить все выкладывать. Ну что, так оно и будет, наверное. Потому что фотки фотками. А уже такая тема начинается, как ролики. Любые. Вот. Так, все, ладно. Теперь я делаю второй круг подсчета. Только уже с пустыми руками. Потому что здесь реально надо, чтобы руки были свободные. И все, короче, попробовать. Всего по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, ладно, все, меня увидел наконец-то кое-кого. Значит, все-таки кто-то еще не спит. И это...